Детейлинг-центр – мечта автомобилистов. Здесь предоставляют любые услуги по уходу за машиной. Мастера улучшат внешний вид, обклеят защитной пленкой, отполируют и не только. Подробности у наших коллег. Это Iron Horse, один из современных детейлингов в Махачкале. На его открытие пришли десятки владельцев и любителей автомобилей. Гости признаются, такое оформление гаража они видят впервые. Очень красиво, все очень красочно, все очень четко, все как нужно. Надеюсь, этот детейлинг будет самый топовый в городе. Хороший детейлинг-центр. Открыли его хорошие мои знакомые, товарищи. Ну, я не сомневаюсь, честности, так сказать. И я уверен в том, что они как оптимально все сделают, все на высшем уровне. Я уверенно могу сказать, что это лучший детейлинг-центр будет на Северном Кавказе. Детейлинги – широкий спектр услуг. Они позволяют максимально защитить и улучшить внешний вид машины, продлить срок ее службы, ну и, конечно, сделать ее яркой и запоминающейся. Нанесение, допустим, керамики и жидкого стекла – это для наших машин, в зависимости от того, что такие у нас мойки и используют агрессивную химию, у нас, конечно, лак страдает от этого в первую очередь. Поэтому нам нужно как бы защитить его обязательно. Одновременно в Iron Horse могут обслуживать от 6 до 8 автомашин. Специалисты приводят в порядок не только модели премиум-класса. Автомобиль может по черному состоянию приехать. Может также с салона пригнать машину на комплекс услуг, как по защите автомобиля антигравийной пленки, чтобы в дальнейшем он не получал сколы, царапины и защитил свой автомобиль. Но мы также будем принимать автомобили после ДТП. Мы ориентируемся в основном на премиум-класс, потому что у нас продукция премиальная. Но эконом-класс мы также не исключаем. Для них у нас также найдется чуть подешевле, как керамики, так и основные другие продукции. В ходе презентации детейлинг-центра гостей угостили десертами и напитками. Среди автолюбителей также разыграли денежные сертификаты. Современный новый детейлинг-центр Iron Horse находится в Махачкале на Абубакарова, 65. Хамзнур Магомедов, Нурмагомед Магомедов, Дудгасанов, телеканал ННТ, Махачкала.